Не-не-не-не. Всем приветульки, красотульки, с вами Леон, и рядышком со мной сидит Алена. Сидит тут. И сегодня мы продолжаем открывать контейнеры Overwatch. Вот, я уже даже, ребятки, немножко привык сдерживать себя и не открывать контейнеры, и открывать их каждый раз, когда скапливаются 21. Ну, короче, вскрываемся. Надеюсь, что мне выпадет гораздо больше легендарок, нежели в прошлый раз. В прошлый 21 контейнер подарил мне всего, по-моему, если я не ошибаюсь, одну легендарку, и все. То есть ничего больше такого не было. Ну, давай будем считать, сколько раз тебе выпадет. Ну, поехали. Так, первый. Оу, щит! Слушай, прикольно. Человек-загадка. Человек. Мне нравится. Человек-загадка. Хочешь прикол? Сейчас тебе покажу, как я часто им играю. Ни разу не играл, понимаешь? Макри, окей, ладно, но персонаж все равно классный. А, мы остальное не посмотрели. Остальное не посмотрели, блин, что-то как-то вот так вышло. Там еще фразочки для Макри. Так, да, вот у нас теперь такой облик. Смотреть и учить, на этой пуле выбито твое имя. Soul Pathos. У него механическая рука, я раньше не замечала. Слушай, он прикольно выглядит, прям такой Зорро. Рейнхард граффити. Ну, граффити, блин, тут, ребят, на самом деле, большая часть контента, вот среди всего этой, всей этой коллекции, это долбанные граффити. Так, еще одну легендарочку будем поднимать, давайте, так, концентрируем все. Ну, блин, как сразу опять легендарка тебе? Ну, давай легендарку еще. Не выпадет тебе легендарка, фиолетовая. О, фиолетовая, ну, спасибо тебе хоть на этом. О, слушай, денежки-то хорошо, 150. Так, Орда значок. За Орду. За Орду. Ну чё ты злишься? А, это моя реплика. Ну чё ты злишься? У тебя нет ощущения дежавю? Ой, ненавижу эту фразу. Было дело. Да, так, 19 контейнеров осталось. И 150 рублей. И 150, окей. Так, дальше открываем. Поехали! Давай, и синька. Сейчас поубывающее все это дело будет. О, замечательно. Ни хрена, короче, одну дерьмо, короче, нападалось так быстрее. Да. Вот это вот поставлю сюда, вот, оп, все. Фи. Вы бы видели, как игра выглядит на японском и на немецком, это просто жесть какая-то. Here comes a new challenger. Ich bin stark wie der russische Bär. Wetten, dass ich mehr stemme als du? Russische Methoden sind ökonomischer. Вместе мы сила. Ich bin Mütterchen Russland. Wer sich mit mir einlässt, spielt mit seinem Leben. И поехали! У нас снова фиолетка, слушай, мне хорошо, мне везет сегодня, падает. Так, ай, что-то, ой, лучший момент. Оу, ет, дэм! Я тебя умоляю, когда ты делал Рейнхардом лучший момент матча? Делал. Не переживай, ух ты. Это что? Это... А, я пыталась понять, как это она. А она это вверх ногами. Она это вверх ногами, да, победная поза. Мэй, нормально. Уинстон значок поставим, тоже, кстати, прикольно, стильненько выглядит. Так, давай дальше, так, давай золотенькую, легендарочку-то, легендарочку, давай фиолетовую опять. Ну, это лучше, чем синька. О, это же лучший момент матча на свинке. А прикольно, да, ставим, так, что у нас победная поза. Взгляд через плечо. Какие тут оригинальные названия? Вот не будем брать кота в мешке, да? Ну, у нас тут в основном как раз коты в мешке. Конты, как коты в контейнерах. Конты-понты. Да, короче, давай дальше. Сейчас будет дело. Так, давай. По-любому. Синька. На трейсер мне нравится. Я вон в розовом облике в основном бегал в последнее время, а синька тоже неплохо будет. Так, окей. Фото дива. Так, это у нас дубликат уже было, понятно. Ты не прошел проверку. Ну ладно. Не сильно ты их отнялась. Давай дальше. Так, мы открыли уже 6 контейнеров, 15 осталось. Ой, господи, надеюсь, что там будет легендар. Давай сейчас пальцы скрестим на ногах, короче, чтобы вот нам выпало сейчас прямо... Шибко много легендарки. Давай, фиолетовая. Давай, нет. Ой, даже фиолетовый нет. Какой же... Ладно. Ну ладно, облик. Киви, он называется я Киви. Я мыслю, следовательно, существую. Понятно тебе все. Удачи. Окей, ладно, next. Мне кажется, главное не торопиться.
Вот я тороплюсь, да, и получается что-то демонстрация графики. Пали. Моя сила врагам могила. Врагам могила. Да я, короче, ни хрена ты не умеешь. Так, вот сейчас, ребята, отдаем Алене, теперь она будет открывать. Сейчас из ее рук тоже сыпанется легендарочка разульку, да? Конечно. Смотри, смотри. Ну, вот это все из-за тебя, то, что ты смотрел. Ну да. О, баблишка немножко. 50. 50. Небрежность, жнец. Ты хоть раз играл жнецом вообще? Я играл жнецом, только мне он не понравился. Ну да, немножко не твой персонаж. Так, ну и понятно. Короче, не очень. Да сейчас будет. Давай, сейчас давай, легче руку, легче надо, чтобы. Легче. Чтобы все. О, фиолетка! Ма! Ну видишь, у меня бабло. Слушай, у нас бабло сыпется. Ну, у тебя синий ангел. Хочешь? Нет, не хочу. У меня фиолетовый стоит. У меня фиолетовый больше. Я быстрый. Вы мертвый. Ага, клево же. Буква L, логика. Окей. Так, и еще монеток дали тебе. Ну, монеток это замечательно, 400... 450 аж. 450 монет. Можно будет купить потом, если что-нибудь, что-нибудь, если захочу. Интересно, мы побьем рекорд по монеткам в этой части? Так. Понял. Опа. Лучший момент матча. Превосход. Черт, меня что... какой мужчина! Меня как отбросило КБ Вольскую. Кстати. Прогресс, бдительность, человечность. Просто на фоне написано, да, ставь, да, ставь, что нет. Ну и какая-то... Ну и все остальное, граффити. Господи, все граффити, одно граффити. Ладно, осталось 10 контейнеров. Ребят, давайте смотреть. Давайте, сложно. Рука легче, сейчас потрясу рукой. И опачки. Опачки. У нас будет своя обалденная коллекция, ребята, синяя, все. Ну, ладно, у нас повторка опять есть, победная фоза. Ладно. Оставить? Поза, поза, да, давай, поза так. А вот у нас продают вот позы. Позы это такое национальное братское блюдо. Большие пельмени такие, можно сказать. Вот, да, ну, их руками едят. Их руками едят. Отлично. Ладно, давай дальше. Опа. Так. Да что такое? Да что ж такое, то у тебя так... Легко! Легко! Изи! Вообще! Это кто еще кусок сала? Вот это поставлю. Ладно, давай ты. А, да, мне отдаешь, хорошо, давай. Так, значит... Вот 4 еще тебе и 4 мне. Блин, как нужно правильно открывать контейнеры? Помните, мы в прошлой части узнавали? Нужно просто взять, собраться с мыслями, сконцентрироваться, танцы с бубном. Мы еще вот так вот сделаем, так, вот так вот вернемся, все. Перезагрузили. Перезагрузили, да, вот сейчас. Все, сейчас мы целились на легендарку. И ни хрена не выпало. Вообще, ладно. О, дубликат. Аж 15. 15, ну ладно. Освободи свой разум. Ладно, освободим. Так, ну и, собственно, ничего такого. Ладно, давай сразу следующую открываем. Давай. Все, дочаялся. Да я чаялся, блин. Блин, как так? За 20 контейнеров только одна легендарка. Опять дубликат. У нас дубликатов, блин, целый вагон. 5. Победная поза. Ну, давай, что нет. Облик. Хотя вот у нас там первый выпадал легендарный, он был крут. Блин, неужели у нас не выпадет еще легендарок? У меня знакомый за 10 уровней 4 легендарки поднял. Причем за один контейнер сразу 2. И, кстати, он как раз вошел в игру. Вот, я не знаю, получится ли у нас так же. Давай! Да должно, ты же везучий просто. Да я же везучий, да, и синька, сука! Походу я из тебя всю удачу. Ладно, смотри. Мандарин. Что у тебя поудачнее? А, валюта. Ну, мне валюта везет. Мне валюта везет больше, кстати говоря, чем легендарками. Я могу покупать себе все, что я ты, захочу. Кстати, если бы в прошлый раз не потратил, ты бы сейчас мог уже купить себе легендарки. А я облики не люблю покупать. Я уповаю на то, что они мне выпадут. Я тебя до этого не убивал. Вопросительный знак, главное, в конце стоял. Да. Я тебя разве до этого не убивал? Вот так должно было. Есть, фиолеточка, уже хорошо, блин. Уже нравится. Дубликаты, давай, сыпьтесь, да. Блин, у нас рекорд был 500 за 21 контейнер. Интересно, выпадет, нет? О, прикольно. Так, что там у нас? Лучший момент матча. Вот. Да, ужасы. Так, ну, блин, окей, давай уже что-нибудь желтенькое. Ну, пожалуйста, ну. Не, я знаю, как это работает. На самом деле нужно... Я пробовал быть рассудительным. Мне не понравилось. Это не магия. Ну, у меня такая... Это наука. Окей. Я знаю, как нужно открывать последние 3 контейнера. Нужно... Я хочу...
Давай, короче, чтоб тебе вот синька выпала. Вот. Как ты писька мохнатая. Я просто, понимаешь, нужно концентрироваться на том, чтобы тебе синька вот. Ну, синька не он. Ну, блин, черт, мне правда синька выпала. Я не ожидал. О, победная поза на диву. Ну, слава тебе, господи, мне прикольная такая. Мне нравится. Ну и побрякушки всякие не очень. Так. Окей, давай дальше. Давай же, давай, ну. Фиолетовое. Но бабло есть! 640, ребята, мы подняли наш этот... Альянс! Лев, давай ставь льва. Я же лев. Да? Да. Думаешь, поможет? Нам альянс поможет, лев. Последний контейнер. Давай, давай. Последний контейнер? Давай с тобой. Да, вдвоем нажмем. Давай, три, два, раз. Опа! Так, и открывается последний контейнер, и все лицо в фиолетке. Ну, блин, неплохо, неплохо, нормально. О, это эмоция на Рейнхарда. Ну нифига себе. Господи. Господи, он такой брутальный. Мы все животные. Ужас. Да. Просало было смешнее. Просало было смешнее, я его сбил. Ну ладно. Так, Бастион. Ну, Бастион нет. Нам одна легендарка выпала в самом начале самого первого контейнера. Это кто? Это на Макри облик. Да. Псю. Псю, да, именно псю. Но в любом случае, под денежком мы сегодня превзмогли. Вот, я их потрачу, я не знаю, на всякую мелочь, наверное, даже не знаю, на что потратить. Я хотел на реплики ее потратить, даже не столько на какие-то... Костюмчики? Костюмчики, да, нифига, смотри, сколько всего. Ну, а тебе на Торбьерна ничего не выпало, на Яд или на Зарю? На Торбьерна. Да не, упадал просто их просмотреть, да. Лучшие моменты матча. Ну, кстати, лучший момент матча можно вот этот взять, он прикольный. А ты как раз делал лучший момент матча? Торбьерном, да, делал, конечно. Блин, я уже все делал, в принципе. За эти 45 уровней. Да. Хотя вот это прикольное, да. Давай купим. Купим. Давай. Все, покупаем. Так, на тер... Выбрать нажми. Ты его не выбрал. Да, не выбрал. Разве? Ну ладно. Так. Окей. Что еще мы откроем? Блин, я даже не знаю, кем я еще лучше. Ну, Бастион, блин, черт его возьми. Им периодически приходится делать лучшие моменты. Пускай он изёвый персонаж вообще. Напрочь, блин. Не, я, наверное, лучше по мелочи что-нибудь накуплю потом. Вот, ребятки, на этом всё. Тогда будем ждать следующих твоих 20 контейнеров. Да, будем ждать следующих моих 20 контейнеров. Будем побивать рекорды по золоту, я надеюсь, что по легендаркам. На самом деле, если так положить руку на сердце, после того, как я узнал, что с 10 контейнеров падает 4 легендарки, с 21 контейнера одна легендарка, мне уже кажется, таким вообще, ну, не везет вообще, никогда не прет. Вот, поэтому, надеюсь, в следующий раз нам повезет больше. А на этом, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк в пузико вот этому замечательному турбосвину. Вот, и на этом всем удачки, всем тортик. Пока-пока.